H2O. Просто добавь воды. В фильме снимались Кариба Хейн, Клэр Холт, Фиби Тонкин и Ангус Макларен. Автор сериала и продюсер Джонатан Шиф. Ужас. Я бы не хотел с ним встретиться. А ты с ними уже сталкивался, пап? Один раз. Они унесли половину дневного улова и порвали сеть. Они опасны. Они порвут тебя на куски. Кусочки. Очень маленькие кусочки. Ким! Ким! А посуда? $10. Что? Вчера ты запросила всего 5. Хочешь, чтобы я выполняла твои обязанности? Что ж, цены выросли. К тому же, я хочу посмотреть телевизор. $10. Не мечтай. Да что вообще с тобой? Ты вдруг стала бояться воды? Это глупо. Ладно, 10. Заплачу позже. Клео, посмотри. Это лучшая часть. Поедание добычи. Как это можно смотреть? Не поверишь. Знаешь, насколько мы можем задержать дыхание? 15 минут. Впечатляет. Да, это круто. Можно было бы и подольше, но мы устали. Поспорим? Продержишься дольше? Уверена в этом. Поспорим? Вы, наверное, очень рады всему этому. Да. Ну, двое из нас. Эй, Клео, не поверишь, девчонки могут задерживать дыхание на 15 минут. Льюис! Ну, о чем он? Ну, мы, знаешь ли, плавали. Не поверишь, на рифе так классно. Классно. Кто-нибудь из вас сделал домашнюю работу по математике? 7-е задание просто ужасно. Мы тебе звонили. Почему ты не брала трубку? А проект по географии? Он во вторник. Нам нужно срочно его закончить. Слушай, Клео, то, что с нами произошло, невероятно. Пошли с нами. Вода наша стихия. Не собираюсь. Я не хотела, чтобы с нами все это произошло, так что хватит мне об этом рассказывать, ладно? Эй, Клео! Пошли сегодня на пляж. Зачем? Почему все хотят затащить меня на пляж? Эй, остынь, ладно? Прости, я сегодня не в себе. Так что там? Я с утра видел, как черепахи откладывали яйца на пляже. Это нужно видеть. Ух ты, классно! Да, но по слухам, одна из них попала в сети, когда возвращалась в море. Ох, бедняжка. Увидимся. Эй, Клео, может, пойдем прогуляемся вечерком? Извини, дела. Клео, слушай, я знаю, что ты очень переживаешь из-за всех этих событий, но нельзя прятаться вечно из-за того, что ты русалка. Я вовсе не русалка. Я никогда не любила воду и не полюблю. И что ты будешь делать? Сторониться воды всю жизнь? Тебе досталось, да?
Ей просто нужно время, да, мне досталось. Думаю, она не хочет об этом говорить. Не волнуйся. Мы с ней поговорим, это личное. Клео. Вся эта история с русалками. Есть вещи поважнее, чем споры, кто дольше задержит дыхание и катание на дельфинах. Я не каталась, я плавала. Неважно. В любом случае, я не хочу об этом говорить. Как ты можешь говорить такое? Это самая важная вещь в нашей жизни. А может, и в жизни других людей. Что ж, а как же черепахи? Черепахи? Сегодня с утра черепаха попалась в сети. Это важно. С ума сойти. Какое лицемерие. Что? Клео, твой отец рыбак. В его сети попадают черепахи. Неправда. Папа никогда такого не сделает. Неужели? Клео, кофе. Пап, ты когда-нибудь ловил черепах? Что еще за вопрос? Простой. В твоей сети когда-нибудь попадались черепахи? Клео, ты меня знаешь. Я плохого не сделаю, ясно? Это не ответ. Мы все делаем по правилам. Используем только крупные сети. Черепахи не могут в них попасть, а не только для рыбы. К тому же мы рыбачим далеко от их мест обитания. Но ведь черепах все же ловят. Не я. И никто из тех, кого я знаю. Быстрее, Джейк! Такими темпами мы ничего не успеем. Несколько местных рыбаков подверглись нападению в море. Их сети были порваны. Специалисты утверждают, что это могли быть акулы. В результате нападения никто не пострадал. Привет! Ну, что делаете? Эй, Клео, твоего отца показывают. Я уже давно здесь рыбачу. Единственное, что могло нанести такой урон, это огромная белая акула. Смотрите сразу после рекламы. Бедный отец. Мне жаль тебе это говорить, Клео, но твой отец поймал не акулу, а черепаху. Мы порезали сеть, чтобы спасти ее. Ерунда. Отец не ловит черепах. Это так, Клео. Мне жаль. Клио, давно ты к нам не заходила. Видела меня по телевизору? Как я выглядел? Как тебе эта акула, а? Хочешь сказать, ты не знаешь, что было в твоих сетях? Ты опять про этих черепах, да? Да.
Клео, мы используем правильные сети и рыбачим в отведенных местах. Таков закон, и мы его соблюдаем. Я очень разочарована в тебе, папа. Клео! Босс, вы здесь? Похоже, мне не стоило уходить. Простите, что потеряли улов. Никто не может этого предсказать, Эдди. Даже я. Сеть порвали. А где эта сеть? Выбросили. Зачем хранить порванную сеть? Он все отрицал. Это просто ужасно. И что я могла сказать? Я знаю, что ты лжешь, потому что мои подруги-русалки нашли в твоих сетях черепаху. Он использовал запрещенные сети. Да. И сети были совсем не крупными. Все становится хуже и хуже. Мой отец... Ну, если честно, самого его мы не видели. Но это была его лодка, да? Каждый рыбак в округе теперь решил поймать эту дурацкую акулу. Акула? Не волнуйтесь, девочки, это не акула, а суши. Это смешно. Они теперь все обыщут. Поплаваем? Нет уж, сейчас это слишком опасно. Нам пока от воды надо держаться подальше. Я знаю, о чем ты думаешь. Рики и Эмма рассказали мне о твоем отце. Блеск. Теперь весь мир знает, что мой отец преступник. Что бы ты сделал? Сменил бы имя и сбежал из страны. Выбора нет. Не смешно. Ладно тебе. Зато ты отвлеклась от... Ну знаешь, от... русалок. Ладно. Я боюсь этого. Ты это хотел услышать? Клео, знаешь, все чего-то боятся. Но ты... Ты просто бесподобна. То, что у меня есть, это сила, не значит, что я бесподобна. Да я и не об этом. Эту акулу, да, пап? Возможно. Совет разрешил ее ловить. Все будут ее искать. Если мы на нее наткнемся, поймаем. Так. В чем дело, Клео? Не голодна. Это рыба. Давай, ешь. Сказала же, я не голодна. Я поймал ее с утра, когда был на Эсмеральде. На Эсмеральде? А почему не на своей лодке? Когда у тебя три лодки, приходится разрываться. Газ в больнице. Так что я подменяю его, пока он не поправится. Так ты был не на своей лодке? Я же сказал, да. Значит, ты не знаешь, где она плавала и что ловила? Эдди меня заменяет. Я ему доверяю. Он не сделает плохого. Отрежь мне. Шевелись. Я не хочу полдня здесь торчать. Я хочу компенсировать вчерашние потери. Сегодня будет трудный день. Отправляемся на пляж Паттерсона. Эй, но там рыбачить нельзя. Ну и что? А еще я использую запрещенные сети. Боссу это не понравится. На этой лодке только один босс. Это я. Заткнись и работай.
Что происходит? Что там? Они используют запрещенные сети в запрещенных местах. И что? Да, я остановлю их. Иди и скажи остальным. Что? Быстро! Клео? О, боже. Всем смотреть в оба. Мы должны поймать эту тварь. Акула не должна тебя волновать. Еще одно слово, Джона, и ты уволен. За бортом черепахи. Да? И что? Здесь нельзя рыбачить. Это незаконно. Дон тебя уволит. Только если узнает. Не нравится мне все это. Смотри, это не черепахи. Посмотрим, что это. Похоже на ту акулу. Быстрее, я хочу ее поймать. Девчонки! Клео, быстрее! Где она? Она в воде. Наконец-то? Нет. Льюис, но... говори и не заикайся. Пошли. Попалась. Акула в сетях. Поднимайте ее, пока она не порвала сеть. На этот раз ей не уйти. Она большая.
Ничего, я запаниковала. Не знала, что можно задерживать дыхание настолько долго. Но потом вспомнила то, что вы говорили, и знаете что? Я не дышала 16,5 минут. Уходим! Клио, что-то не так? Отец, я должна тебе кое-что рассказать. Тебе это не понравится. Выбросил сеть? Какую сеть, Эдди? Ты слышишь меня, Эдди? Какую сеть? Но... то, что... Джона? Да? Объясни мне, что здесь творится? С удовольствием, босс. Я его уволил. Я ему доверял, а он занимался браконьерством у меня за спиной. Теперь его посадят. Ты так строг, пап. Черепахи будут тебе благодарны. Как ты узнала, что он использовал запрещенные сети и ловил черепах? Мне сказали. Море полно тайн. Да, пап? Да, точно. Прости, что сомневалась в тебе. Льюис? Да. Слушай, завтра утром я тебе кое-что покажу. Эй, смотрите, здесь кладка. Черепашки такие милые. Надеюсь, они выживут. Так, зачем я здесь? Увидишь. Готовы? Круто.